Уважаемые работники Лидского участка Гродно-Жилстрой, разрешите сердечно вас поздравить с наступающим праздником Рождества и новым 2018 годом. Уходящий год, 2017, был одним из непростых. Уменьшилось строительство жилья в Республике Беларусь, что, естественно, отразилось и на нашем Лидском участке. Появилось много командировок вдали от дома, но мы, несмотря на это, все выдержали и пришли с отличными показателями к концу года 2017. По плану у нас строительство трех домов. Одного с господдержкой, второго так называемого китайского дома и третий коммерческий дом. Сердечно благодарю вас за проделанную работу по сдаче наших домов. Еще раз желаю вам крепкого здоровья, благополучия, чтобы в ваших семьях был всегда достаток. С Рождеством и Новым годом!